В дни масштабных субботников традиционно все силы брошены на то, чтобы убрать из города мусор, оставшийся после осени и зимы. К участию в наведении порядка, как всегда, могут присоединиться все желающие. Телерадиокомпания «Терра» и интернет-сообщество Самарской области проводят флешмоб. Для участия в нем нужно выйти на улицу и навести порядок, например, у собственного подъезда, во дворе или рядом со входом в офис. После этого надо в соцсетях Facebook или Instagram запостить фото до и после уборки с хэштегом «Итог субботника». Участники получат призы, которые реально их удивят.